Всем привет! Сегодня я буду слушать группу Скриптонит. Ой, не группу Скриптонит, вот что значит в последнее время Скриптонит все время с группой выступал. Буду слушать Скриптонит, и трек называется «Замерз». Но самое любопытное, что тут будет присутствовать Энди Панда. По-моему, он как-то уже раз присутствовал, но я что-то как-то уже подзабыла. Ну, так как мы давно не слушали Скриптонита, давайте его послушаем. А вдруг он будет совсем другим, а мне понравится. Обычно он мне не нравится. Хрустнул, как снежинка, стоило вылезть за рельян. Замысел непрочный, как гондон. Хрустнул под ботинком, новой жизни замечтаю, мало выехать. Ебать, пацан, ты бизнесмен. Хрустнул, как снежинка, стоило вылезть за рельян. Нахватался звезд, стоит и даже не пол лимана. Что-то проебал свой стул, шлюха проебал. Ты четверть, да, в башке так-то-то, брюхи так-то-то. Друзья мои, ну вот опять хочу сказать, что не понимая Скриптонита, вот с первых аккордов у меня как-то сразу какой-то пошел... Какие-то непонятки пошли, вот, и вот сразу какой-то, знаете, обкуренность присутствует. Ну, я не хочу говорить, что он это делает, но витает где-то в облаках. Баста, баста, спрос, нет, просто так, раз, Москва, два, Москва, раз, Москва, два, Москва, баста, баста, спрос, нет, просто так, раз, Москва, два, Москва. Это что там за группа грибы? В машинке сидели. Все под тобой. В этой бане больше слухи. Роли сплетки на приезде. Эти плечи, уличные. Вопрос личный, почему ты двуличный? Весь ванс обналичен. Но это тебе не дала понять ни одна из школ. Скажешь, ум замерз, никто на помощь не пришел. Че, серьезно? Мы здесь неба не хватали. Я выебываю скиллом, мы не говори друзьям. Поделись об этом с миром. Мои скифы наготове, куча лести и делесом. Лишь копа на хвосте, мои руки пахнут песом. Ну, слава богу, хоть это Энди Пан начал немножко вытаскивать этот трек. Закладки, мне важен сам процесс. Этот движ, походу, дикий. Пацаны признали биви. Я пишу куплет на скрипе. Это Bloody Smoking Weeby. Этот трэп умеет яйца. Я погнался за идеей и догнал второго зайца. Самый пущий круг. Запускаем этот шаттл. Беру с собой кентов и опускаю крайний батл. Вот это кто это такой? Вот это кто такой? Ну тоже? Что-то я не помню такое лицо. Мы с неба не хватали. Мы с неба не хватали. Ну вот эта часть, может, еще неплохо звучит, пока они не сильно много говорят. А че он замерз-то? Не знаю, о чем замерз. Ну, не знаю, мне, в общем, короче, в очередной раз не очень, я не знаю, я не понимаю вот это. Не понимаю я этого Скриптонита и его культуру, и его манеру исполнения, хотя все говорят, что он там самый лучший на битах, не знаю. Может быть, у меня нет музыкального образования, поэтому я не вижу его биты и его лучшести. Но для тех, кто любит Скриптонита, я думаю, что это очередная
ну, хороший трек, потому что, ну, как бы он такой же, как всегда, вот лично. И, мне кажется, ну, там, единственное его эксперименты, это вот то, что появляются новые люди и немножко разукрашивают его треки. Но в целом Скриптонит очень сильно доминирует, и поэтому очень трудно разукрасить его трек. Он всегда, Скриптонит, присутствует в своем треке и бывает самым главным. Вот и все, что я хотела сказать. Пока!